Полтавы и Севастополя посвящается торжественный митинг вахты памяти. Никогда не забудут потомки подвиг воинов-освободителей и героев-черномольцев-батарейцев. Отряды равняйсь! Смирно! Докладывай. Отряды смирно! Равнение на знамя! Знамя в знаменной группе, знамя внести! Левая все вперед! Прямо! Советского народа в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины освобождения Балаклавы и Севастополя. Славной традицией стало, что эти события ежегодно мы отмечаем на героической земле, политой кровью защитников Севастополя. Здесь, в Балаклаве, на позиции батареи «Драпушка», осенью 1941 года молодые ребята-пограничники, краснофлотцы-артиллеристы 19-й береговой батареи Черноморского флота получили свое первое боевое крещение. От первого и до последнего выстрела ценой собственных жизней они защищали эту землю, становясь ее частичкой. Мы никогда не должны забывать о том, что благодаря им живем сегодня свободные и счастливые на этой благодатной земле. Идут года, но кого точат раны, врагами нанесенные в бою. Спасибо, дорогие ветераны, за родину спасенную мою, за то, что не стреляют автоматы, что мины не взрывают тишину. Спасибо вам, матросы и солдаты, за то, что мы не видели войну. О войне тогда не думали они, молодые и счастливые. В субботу 21 июня 1941 года в Севастополе все бульвары и парки заполнили моряки с кораблей частей гарнизона, получившие увольнение. Играл духовой оркестр. По набережной гуляли счастливые семьи с детьми. Выпускники школ делились своими планами на будущее. В июньскую звездную ночь, словно птицы, в полет отправлялись мечты. Не знали еще, что могут разбиться, что могут упасть с высоты. Они беззащитными были, как дети, манил их бескрайний простор. Но встретились юнкерсы на рассвете и постреляли в упор. Огромная страна спала, когда в Севастопольскую бухту уже сыпались тяжелые донные мины. Первый бомбовый удар на суше пришелся на улицу Подгорную. Первыми жертвами стали 18 мирных жителей. Так началась Великая Отечественная война. В октябре 1941 года 11-я армия под командованием генерала фон Манштейна, прорвав оборону наших войск на севере Крыма, ворвалась в степные просторы полуострова. 30 октября 1941 года началась 250-дневная оборона Севастополя. Обильно пролитые кровью.
кроме молчаливой камни древнего города. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, из-за всех своих ран, из-за душек. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Балаклава. На этот маленький участок фронта были брошены два полка отборных гитлеровских головорезов. Из нескольких десятков атак ни одна не увенчалась успехом. Сотнями трупов фашистских солдат и офицеров усланы скаты холмов и узкие каменные овраги Балаклавы. Смелая Балаклава отстояла себя. И только 29 июня 1942 года защитники балаклавских укреплений вынуждены были уйти с них под угрозой окружения. Клочок земли металлом раскаленный, землей вздыбленный, отметины в груди. Враг впереди, за ними только волны. Назад уже им не было пути. Они держали стойкую оборону, был каждый камень кровью обогрен. Сражение до последнего патрона, но сколько же не названных имен. Историю не выплеснуть в потемки. Героев назовем по именам, пред мужеством склонятся потомки, а память переходит к сыновьям. 6 ноября 1941 года вступает в бой 19-я береговая батарея Черноморского флота. Первые выстрелы подтвердили ее звание образцовой, завоеванное еще в мирное время. Наступление превосходящих сил противника на одном из участков фронта захлебывается. Первый выстрел по врагу – событие. Что думали в этот миг батарейцы-тропушкинцы? Наши пушки, мы сговорили, будем драться до последних сил. Мы с врагом в жестокий бой вступили, в тот кровавый след его простыл. Как один за Одину мы встали, равнодушных между нами нет. Каждой тонной выпущенной стали укрепим величие побед. Родина, тебя мы просягали. И шагая с именем твоим, силой крови, пороха и стали, в этой битве снова победим. Батарея под командованием командира капитана Марка Тропушко нанесет еще множество успешных снайперских артиллерийских ударов по врагу. Не один раз еще немецким генералам придется подсчитывать потери своих солдат, уничтоженных батареей. Наступление на Балаклаву в ноябре 1941 года захлебнется. Значительную лепту в это внесут командиры и краснофлотцы 19-й береговой. Но это будет достигнуто дорогой ценой. 15 ноября. Цель фашистов – уничтожить батарею в Балаклаве. Однако кость в горло наступающих. Несокрушительные удары несут потери немецких захватчиков. 18 апреля Балаклава и 9 мая 1944 года Знамя Победы уже реяло над Севастополем. Я в степень возвожу твой героизм и славу, и детям, и тебе, и внукам расскажу. Ты посылал в боях великую державу, я именем твоим священным довожу. Здесь каждую весною дают салют кастами, и в красных маках вся твоя Сапун-гора. Наградами звенят седые ветераны, им кажется, что бой здесь шел еще вчера. В бухте голубой восходит ввысь молитвы, считает их прибой, как истинный монах. Он помнит до сих пор картины страшной битвы и ежедневно чтит героя времена. Слово передается руководителю детских проектов Яблонской Анжелике Геннадьевне. Дорогие, 15 минут назад мне сообщили, что погиб мой родственник. Молодой мальчик, исполняющий свой долг. И этот стих я хочу посвятить всем воинам, которые отдают свои жизни за нашу большую родину. Всем тем, кто погиб. Всем тем, кого мы должны помнить. Дорогой скорби мы пришли сюда. Сказать погибшим здесь солдатам мы помним, благодарим и чтим оставшим жизни здесь ребят. За тихий день наш их благодарим, за счастье быть любимыми их чтим, за то, что им не довелось дожить, за страх пред боем у солдата мы помним их. Нашими сердцами искру света мы принесли сюда. Сказать им мысленно, мы с вами. Мы привели сюда своих детей, как продолжение жизни. И говорим им,
Береги покой и чти героев, павших за отчизну. Прислушайтесь, как руги люди, прислушайтесь, как и ветер шелестит. Листва на батарее в балаклаве о тех годах нам говорит. Сегодня каждый шорох в балаклаве нам говорит, что не сбылись мечты у юного бойца о малом сыне и мужа зрелого о дорогой семье. Сегодня каждый шорох в балаклаве, как шепот павших, но хотящих жить, нам говорит. Живите в мире, как мы в последний миг хотели жить. Так пусть сердца искры горящие горят за каждого из них. Пусть станет им теплей от скорби нашей. За это и помолчим. Прошу почтить память минуты молчания героя Великой Отечественной. Хочу предоставить слово депутату Законодательного собрания города Севастополя, председателю Социалистической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Дубовику Евгению Георгиевичу. Дорогие ребята, я обращаюсь к вам. Эта вахта памяти передается вам. Поэтому не к вашим родным и близким, не к ветеранам, уважаемым мной, не севастопольцам, а именно к вам, молодым севастопольцам, балаклавцам. Вахта – это состояние военнослужащего, когда он готов к любым действиям. Для вас действие сейчас – это учеба. Учеба на отлично. Знание своего дела, знание своей балаклавы, ее истории, знание Севастополя, ее истории. Знание России и истории России. Это ваша главная задача на вахте. И, конечно, знать и помнить, что вы севастопольцы, что вы балаклавцы, что эта земля полита кровью ваших прадедов, прапрадедов, и что вам ваши родители, отец и мать, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка отдают самое главное – память. Они вам рассказывают, они вам показывают, они вас в музей водят. Вот на такие мероприятия, где вы впитываете, что было до вас, кто был до вас. А те ребята, которые погибли на этой батарее, на других батареях, в окопах, они чуть старше вас были. Им было по 19 лет, по 20 лет. Чуть старше. И они так остались молодыми. Вы будете расти, вы будете со временем взрослые, кто-то пойдет служить, кто-то пойдет работать. Вы станете старше, так же, как и я. Я старше стал двух своих дедов. Один погиб в 27 лет, другой в 40 лет. Оба защищали Родину. И я горжусь ими. Я хочу, чтобы вы гордились своими предками, севастопольцами, россиянами. Гражданами Советского Союза, вам родители рассказывают, что такое Советский Союз, это когда все вместе бьем одного врага. Я желаю вам всем здоровья, я желаю вам всем успехов в учебе, это главная ваша задача. И вахту памяти нести на отлично. Удачи вам, ребята. Слово предоставляется члену Совета ветеранов-подводников, члену Общественного Совета Балаклавского внутригородского муниципального образования Илларионову Владимиру Ивановичу. Балаклава известна как гнездо подводного флота Российской империи, России, Советского Союза. Но Балаклава может гордиться и своими артиллеристами. И как сейчас ходят в музей, где стоит подводная лодка, в музей подводников, так, я думаю, будут ходить и на эту батарею в музей артиллерии, в музей артиллеристов. В Балаклаве сплелись многие рода войск, кроме подводников, моряков-пограничников,
кроме пехоты, кроме пограничных отрядов, кроме артиллеристов, здесь еще славную строку вписали в историю нашего Отечества ракетчики. Кстати, в Балаклаве создавалось и испытывалось все ракетное оружие для подводного флота Советского Союза. Так что здесь можно гордиться каждым холмом, каждой долиной, каждой балкой. И пусть сюда не зарастет народная тропа на эту батарею. Очень отрадно, что сейчас присутствует здесь учащиеся школы имени Асана Кисаева, то есть подводники, школа подводников. Всем огромного здоровья и успехов в учебе. Спасибо за добрые теплые слова. Также торжественное слово предоставляется заместителю председателя Союза ветеранов Афганистана. Здравия желаю, ребята, здравия желаю родители и все присутствующие здесь гости. Сегодня мы собрались здесь, чтобы провести вахту памяти. Почтить память героев, которые защищали эту страну от фашизма 77 лет назад. И я хочу вам сказать, ребята, вот сегодня мы несем вахту памяти в честь 77 лет назад наших дедов, отцов, которые защищали эту землю. И сегодня я хочу вам напомнить, что враг не дремлет. И сегодня проснулся спящий враг. Это нацизм, который в сопредельной стране сейчас очень процветает. И наши сегодняшние уже герои погибают в войне против фашизма. И я хочу вам сказать, чтобы вы внесли эту вахту памяти не просто так, а зная, что враг никогда не спит. И дай Бог, чтобы он никогда не проснулся после тех событий, которые закончатся в ближайшее время. Мы надеемся на это. Я хочу поблагодарить вас всех, что вы приходите сюда. И я уже не первый раз здесь с вами. И я горд, что город-герой Севастополь имеет такое наследие, как вы, ребята. Честь освободителей и героев-черноморцев-батарейцев, посвященного 77-летию Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне и 78-летию освобождения Балаклавы и Севастополя, памяти командиров краснофлотцев 19-й береговой батареи Черноморского флота объявить закрытым. Знаменной группе Знамя Победы вынести. Вот.
Держим аплодисментами. Аплодисменты. Ну как, понравилось? Все молодцы. Молодцы. Так, уважаемые гости, школьные отряды, смотрите, сейчас к вам, к каждой группе подойдет ваш экскурсовод, и вы будете ходить по экскурсионным маршрутам по территории батареи, не расходимся. Да, давайте. Тут будьте аккуратны, тут надо... Собака, ты че? Ты извините, он теряется. Там темно. Проходи, Леха, вперед, посвечивай. А что здесь могут быть? Все дети остановились, слушай. Во время войны здесь находился карман линии. Именно сюда поступали расчеты, отсюда отсюда корректировался огонь, направлялся. Прыгай. А мне что-то... Подождите, я...
Нам нужно отсюда. Я тоже даже не на полосе секундочку. Я не такая. Но это фигня просто. Если есть желание, может быть, на тебя смотреться. Я всегда знаю, что это ножки выходить. Не знаю, что-то как. Я люблю за ножки. Там еще дальше. Жарик, ищи детей. А где окно к морю, вот это, которое в ту сторону? А вот сюда вот пальцы заводили. Ну, даже металл еще не оторвали. Варвары. Что тут? Комната. Если со мной прийти, мы можем больше посмотреть, чем делать.
это круто. Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Мне тоже понравилось. Это было холодно, но классно. Там интересно. Я бы там жила. А где? Там тоже самая батарея.